Сад дружбы на остановке Гоголя. Летом тут был ремонт, реставрация. Сейчас можно зайти посмотреть поближе. Зайдем в сад дружбы. Пройдемся немножко. Таяма, Владивосток. И тут такие есть восточные виды. Осенние деревья, клен, похоже на дуб. Тут такая восточная кастрюля. Так, а тут что? За скворечник восточный. Вот клен красивее смотрится. Поднимемся наверх и посмотрим на сквер с высоты. Воздушный переход от остановки Гоголя к другой остановке, в ГОЭС, направление фуникулёр. Ну и на Чуркин по мосту. Голубое, желтое, зеленое. Разноцветная. Разноцветная осень. Так, вышли на тротуар.